Всем привет! И давайте сегодня посмотрим на инди-проект под названием «Гипотермия». Я думаю, все знают, что такое гипотермия. Это переохлаждение. Переохлаждение. То есть замерзнуть до смерти. Игра сделана на Unity. Выглядит приятно. Даже очень. И я так понимаю, нам тут нужно будет выжить. Ну да ладно. Я 2 минутки поиграл, так что знаю, в принципе, что нужно вначале сделать. Таблетки. Да, это все понятно. Мясо, жрачка. У нас есть 3 параметра. Короче, пошли. Так, быстренько смотреть, что здесь есть. Здесь ничего, там ничего. Так, зайти погреться и заново пойти. Так, там дальше мост будет, который я, в принципе, не прошел. Так, блин, игра орёт. О, кто это? Твою ж мать, там кто-то стоит. Мне это не очень нравится. О-о-о. Что с нами, какого хера так такого видно? Твою ж налево. Это охереть как неудобно. О, наконец-то стабилизовалось все. Да. Вообще какое-то странное место. Хребет какой-то. Дом на хребте. Тут еще один дом. Фак. Мы сейчас подохнуть сможем. Быстрее в дом, быстрее в дом. Ух, мы успели. Так, чтобы согреться, я знаю, нужно выпить. Да. Все правильно. Хлеб. Так. Вау. Чувак, ты меня пугаешь. Так, быстренько ящики осмотрим. Так, мы взяли веревку, я так понял. А это... вот сюда. Быстрее, быстрее. О, здесь тепло, хорошо. Так, нужно выпить. Даже не хочу тебя трогать. Так. Быстренько все осматриваю. В воздухе висит. А? Явно не наш мир. Надо заходи ты. Креемся. Не понял, это мы лезли оттуда сверху. Вылезли снизу. Странно. Ну да ладно, прошли-ка. Быстрее, быстрее, быстрее. Задерживаемся. О, мост, дом. Вау! Ох ты! А, я такого не ожидал. Так, нет. Не стоим на месте. Кто нам сейчас краюк будет? Так, ящик. Что в ящике? Таблетки. Ждем таблетки. Так, давай. Шустрее, мы уже замерзаем. Ух ты, блин. Охереть. Вот это вот точно. А, фак. Твою ж, блин. Как я так мог сорваться? Так, быстрее, 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 быстрее. Чтобы это с самого начала. Так, дети-то еще дома. Странно, я его не заметил. А,
так, нет времени, блин, читать, или это так надо? Выключи ее. Чё? Ну и чё, это всё? Короче, ясно. И это всё. И на этом... Короче, всё. Ладно. Всем большое спасибо, всем пока.